Добрый день, друзья! Меня зовут Андрей, и сегодня моя очередная передача о создании монетарного нумизматического инвестиционного портфеля. И сегодня вашему вниманию я хочу представить вам три монеты, три серебряные монеты, значит, Российской Федерации, монеты 2016 года. Это монеты из серии «Красная книга России». Монеты номиналом 2 рубля. И теперь о каждой немножко поподробнее. Первая монетка – это монета «Красный коршун». На монете изображен красный коршун. Это редкая хищная птица, которая в данный момент насчитывает порядка 17-28 тысяч пар по всему миру. Птица хищная, но небольшая. Длина тела красного коршуна составляет около 60-66 сантиметров. Масса не превышает 1 килограмма 200 грамм. Оперение имеет красновато-рыжий оттенок. Голова окрашена в серый цвет с темными пятнышками. Надежным опознавательным признаком вида служит ярко-рыжий раздвоенный хвост. Отсюда, впрочем, и название «красный коршун». Красивая, интересная монета с изображением красного коршуна. Следующую монету, которую мы рассмотрим, на ней изображен манул. Манул – это исчезающий вид хищных млекопитающих, семейства кошачьих. У манула есть второе название – это паласов кот, который он получил в честь исследователя Петера Паласа, который впервые упомянул о нем в своих заметках. Манул – это небольшая кошка, но очень мощная. У него такие небольшие маленькие ушки, приплюснутая голова. О дальнем родстве с домашними животными напоминает размеры хищника. Длина его тела составляет около полуметра, максимальный вес 5 килограмм. Отличает манула густой и пушистый мех, массивное туловище и толстые лапы. И еще одной такой отличительной особенностью манула – это его глаза. При ярком солнечном свете его глаза никогда не сужаются. Они всегда остаются круглыми. И он полноценно смотрит на свою добычу. Третья монета этой серии. На третьей монете этой серии изображен алкиной. Алкиной – это исчезающий вид бабочек семейства парусники, также занесены в Красную книгу России. Это одно из самых изящных насекомых с размахом крыльев до 90 мм. Верхняя часть крыльев у самцов окрашена в темно-коричневый цвет. У самок преобладает более светлый оттенок с отчетливо выступающими черными жилками. По краю задних крыльев заметен ряд полулунных пятен. Хвостовидные выросты на концах достигают 2 см в длину. Естественных врагов у алкиноя мало, поскольку бабочки и гусеницы этого вида очень ядовитые. Вот такие три птицы, насекомые, животные были представлены, значит, на монетах в 2016 году из серии «Красная книга России». 2016 год для серебряных монет – это тоже достаточно интересная тема. Мы сейчас рассмотрели аверс, сейчас посмотрим на реверс этих монет. На реверсе у нас с 2016 года уже изображение полноценного герба Российской Федерации. Действительно великолепное, красивое изображение, настоящий полноценный герб. Мы все помним, что до этого у нас было изображение герба Банка России. Банк России это свое изображение взял с герба Временного правительства. Конечно, там все было не очень красиво и впечатляюще. Здесь настоящий герб, красивый, серьезный, с высоко поднятыми крыльями. Это приятно и очень интересно. И на реверсе монеты у нас несколько надписей. Значит, Российская Федерация, Банк России,
Номинал монеты 2 рубля. И год выпуска 2016. Вес этих монет 15,55 грамм. Проба 925. Вот такие три серебряные монеты хотел сегодня представить вашему вниманию. И считаю, что это очень хорошее пополнение нашего монетарного, нумизматического, инвестиционного портфеля. Спасибо за внимание, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Спасибо всем, кто уже комментирует. До новых встреч, друзья!